Приветствую вас, и смотрите. Самой вам инициативу проявлять, я так понимаю, не хочется. То есть, здесь именно проблема в том, что вам не хочется проявлять инициативу. Вы считаете, что вы должны её проявлять. Вот. Как мне показалось, исходя из того, что я увидел. А у меня не возникло ощущение, да, что я хочу проявить инициативу. И не могу этого сделать. У меня возникло ощущение, что я не хочу проявлять инициативу. Есть ощущение, что есть ощущение, что я должна это сделать. Вот, как бы, какое у меня чувство появилось. Я могу, конечно, ошибаться, да, безусловно могу быть неправ. Вот, но выглядит все, на мой взгляд, вот таким образом, немножко здесь. Значит, да, конечно, родители безусловно влияют на то, как родители отреагировали, влияют на ваше восприятие себя, безусловно, влияет, вот, на мой взгляд, влияет достаточно сильно, на мой взгляд, вам не хватает как раз вот такой вот, знаете, как бы сказать, да, ну, может быть, агрессивность по отношению к родителям, я бы так это выразил бы, вот. То есть, не хватает, на мой взгляд, вам не хватает как раз такого опора, то есть, вот, чтобы вы смогли дать опор своим родителям у себя образно говоря в голове, вот, а этого не происходит, к сожалению, и возможно вы как-то согласны до сих пор с тем, что родители вам, ну, донесли, да, ну, возможно, я не говорю, что это 100% так, я не пытаюсь сказать, что это 100% так, я не знаю, ну, вот, но выглядит это, ну, вот, таким образом, наверное. Значит, я думаю, здесь мы имеем какой-то степени дело со стыдом, вот в какой-то степени мы имеем дело здесь со стыдом, мы имеем здесь со страхом, вот, и мы имеем дело здесь Я бы сказал, наверное, с некими установками негативными относительно того, что все-таки произойдет, если вы действительно сделаете не так. То есть вы сделаете что-то не так с точки зрения кого или с точки зрения чего, да? То есть, как бы, ну, что произойдет-то страшного, если вы там попробуете как-то поступить? Вот, соответственно, нужно немножечко разобраться, да? Нужно
немножечко рассмотрят, потому что на основании только вот того, что вы описали, да, без там, допустим, какого-то уточнения, ну немного, мне кажется, сложновато будет дать вам такой 100% ответ, потому что тут есть, ну, определенные нюансы, да, скажем так, вот. Ну, вероятнее всего, речь идет все же именно о стыде и о страхе. То есть я чего-то боюсь, я чего-то опасаюсь, да, и я там, соответственно, думаю, что что-то произойдет. То есть, ну, произойдет что-то страшное, что-то нежелательное для меня, по крайней мере. Вот, только что именно произойдет, да, вот это непонятно, ну, пока, по крайней мере, пока непонятно. Потому что, возможно, вы сами не знаете, возможно, вы сами себе не можете, ну, не можете этого объяснить, вот, вы не можете сами себе объяснить, чего именно вы боитесь, например. Вот. Но, как бы, то, что это нужно поисследовать, да, то, что нужно это изучить, то, что нужно это понять, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Потому что вам это мешает, да. Вот. Вероятно, я не знаю, насколько это правда, но вероятно. Речь идет здесь про обиду на родителей, на вас. То есть, вероятно, здесь идет речь о том, что вы, ну, до сих пор, значит, как-то вот на родителей, на своих, может быть, обижены, может быть, что-то вот не выразили, не высказали им, вот. Хочется выразить, хочется высказать, вот. Но вы не можете пока, ну, потому что, типа, поезд ушел, время ушло, да, и как бы сейчас уже, ну, может быть, это кажется неактуальным. Только это все равно актуально. Даже если вам кажется, что, ну, если даже вам кажется, что это не актуально, да, ну да, все равно актуально. Все равно это где-то внутри вас, вероятно, всего кипит, да, все равно внутри вас это как-то горит. Вот, и это нужно поисследовать. Так или иначе. Это, ну, с этим нужно поработать. Так или иначе. Вот. Как мне, опять же, эта ситуация видится, да, потому что, ну, я могу, естественно, ошибаться. Здесь, естественно, я могу быть неправ. Вот. Значит, дальше. Да, ваша проблема не решается онлайн, ваша проблема решается только в процессе психотерапии, это факт. Вот. Выпишите одному желание, доверие, располагающее обстановке, понимание, что это нормально, мало, бездействие само угнетает. А чем угнетает? Вот понимаете, опять же, у меня такой образ появляется, знаете, вот что я должна сделать вот правильно, да, я, может быть, там, может быть, я не знаю, как правильно, но я чувствую, что я должна сделать правильно, должна,
Я изо всех сил пытаюсь, и я больше всего боюсь, что, ну, сделаю что-то неверно. Тут у меня какое-то такое, возникает ощущение, честно говоря. Понимаете? У меня какая-то такая возникает в голове картинка, такой вот какой-то образ у меня появляется в голове. То есть, как будто бы вы от себя на постоянной основе требуете что-то, как будто вы от себя на постоянной основе чего-то требуете, даже если вам этого не очень хочется, даже если вы, я не знаю, там не очень к этому стремитесь, даже если вам это не очень интересно, вот. Все равно вы вот тяготеете, все равно вы вот чувствуете, что, ну, должны. И вот заставляете себя и изо всех сил требуете от себя это делать. Вот. Ну, так, по крайней мере, это выглядит. Да? Вот. И если, ну, вы не настоящий в этом, если вы не хотите в глубине души этого делать, или если там, допустим, ну, нужно, к примеру, разобраться, да, в том, что там на самом деле, например, настоящее, да, то есть где вы, да, а где другие, чего вы хотите, чего хотят другие. Вот, если говорить о том, что, ну, помочь вам в этом разобраться, все равно. Вот. И я как бы думаю, что постепенно вы, конечно, сможете себе разрешить то, что сейчас вы себе запрещаете. Я думаю, что постепенно вы себе сможете запретить, разрешить. Но это не быстрый процесс. Это, к сожалению, процесс такой достаточно длительный, потому что, ну, вполне вероятно, что вполне может быть, точнее, что вам эта позиция выгодна, вам эта позиция удобна, вы к этой позиции как бы привыкли, вот, и отказаться от нее так просто для вас вполне вероятно будет проблематично. Вот. Ну, ничего страшного, опять же, я думаю, постепенно работая с различными факторами, можно все это сделать. Главное, чтобы вы были настроены на работу. Возможно, с мужем вам имеет смысл обратиться к психологу. Ну и самой тоже обязательно поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!